Сегодня мы удаляем желтое пятно на белой ветровке с помощью продукции Green Leaf электролизная вода. Давай, Паш. Побрызгали. Еще чуть повыше. Ага. Ну все, ждем. Сейчас мы еще разочек брызнем. Прошла минутка, но уже видно. Только что тряпочкой почистили. Сейчас мы еще раз делаем, потом оставим на какое-то время и уже потом покажем результат. Потри чуть-чуть. Но она сейчас мокрая, поэтому кажется, что еще. Но я вижу, что она белеет. Да, да. А вот этот бок, где руку держишь, Паш? Смотри. Ну, здесь вообще как подходит. Ага. Ну, в общем, мы еще разочек брызнем, потому что сам по себе материал очень у этой курточки такой жесткий. И потом уже, когда постираем, после стирки обязательно покажем результат. Давай, брызни еще разочек. А что жалеть-то? Для хорошего дела, хорошую подмогу не жалко. Еще раз покажи, Паш, как называется вода. Электролизная. С пузыречками такая этикеточка. Ну все, после стирочки мы вам покажем еще раз. Для эффективности удаления пятна мы решили воспользоваться жидким стиральным порошком от компании Green Leaf на основе бамбукового экстрата. Прям берем, наносим маленькую капельку жидкости на тряпочку. Вот так вот мы это все делаем. И вот такой объем жидкости мы сейчас нанесем на пятно. Вот этот объем жидкости, который я вам показывал, мы наносим на пятно тряпочкой, растираем по пятну для большей эффективности и оставляем на 5 минут. После 5 минут мы вам покажем результат, что будет. Да мы уже даже в течение 5 минут все это делаем. Посмотрите, какая чистейшесть получается. Посмотрите, Павел тут потер, а уже белеет на глазах. Ну-ка, потри-ка еще разок. Продукция компания Green Leaf работает на все 100%, безотказная. Ну, смотрите, сейчас пойдем на бал. Ой, я не могу, я восхищаюсь. Я даже не хочу выключать камеру. Приобретайте продукцию Green Leaf. И вы будете счастливы и довольны, используем ее у себя дома. И ваша одежда будет еще вам служить долго. И долго. И долго. Потри еще разок. Да тут уже тереть-то нечего. Пятно уже и так отошло. Это мы еще, да, мы еще не стирали ее даже. А так водички еще постирать, и вообще будет изумительно.
Так что приглашаем вас стать партнерами компании GreenLake. Это просто мне, наверное, уже кажется, мерещится. Где бы еще что-то потереть, отмыть-то? Так затягивает процесс-то. А ты хорошую идею подал. Где бы еще что-нибудь потереть? Сейчас мы пойдем стирать белый матрас электролизной водой. Итак, для удаления пятна на курточке нам понадобилась электролизная вода, несколько раз побрызгательная от компании GreenLeaf, а также жидкий стиральный порошок на основе экстракта бамбука, также компании GreenLeaf.